Вот лучше сразу признайтесь, вы же не можете сейчас зайти в бэк-офис компании Resonance Capital, да? А можете? Тогда зачем вы открыли данный видеообзор? Он посвящен только тем людям, которые потеряли либо забыли свой пароль доступа к бэк-офису в компании Resonance Capital. Меня зовут Дмитрий Логинов, и сейчас, буквально в течение одной минуты, я расскажу, как с помощью нескольких кликов по мышке восстановить свой пароль и войти в бэк-офис компании Resonance Capital. Ну, первоначально вы должны зайти на сайт компании и в верхнем меню сайта кликнуть на кнопочку «Бэк-офис». Мы сейчас с вами это все сделаем. Открывается форма для входа в бэк-офис, но нам она неинтересна. Мы кликаем на ссылку «Забыли пароль», который находится под этой формой, и попадаем на следующую форму, такую односложную, в которую нам нужно ввести всего лишь наш номер телефона. Вводим номер телефона в международном формате. Свой российский номер я ввожу с цифрой 7. После этого мы кликаем на кнопку «Восстановить». Получаем сообщение от компании, что инструкция по восстановлению пароля была отправлена на ваш e-mail. Переходим в наш почтовый ящик. Вот вы видите, письмо от компании пришло с темой восстановления пароля. Кликаем на это письмо, открываем его и видим контент, который компания нам отправила. То есть мы с ним ознакомливаемся, копируем наш новый пароль, вот этот вот самый, да, 4 зелененькие цифры. И для того, чтобы его активировать и чтобы он начал работать, мы кликаем на ссылку активации пароля вот на эту самую. Я сейчас это сделаю, да, вместе с вами и зайду в свой личный кабинет по новому паролю, который я только что на ваших глазах восстановил. Мы перешли на сайт после клика по ссылке активации пароля, далее опять back office, вводим свой номер телефона в верхнее поле, в нижнее поле пароль и нажимаем на зелененькую кнопочку «Войти». Я вижу, что вход уже происходит. Да, мы попали в наш аккаунт. Собственно говоря, делайте то же самое, если вы по каким-то причинам не можете попасть в ваш бэк-офис. Желаю вам удачи в этом деле и, конечно же, успехов в принципе в жизни и в бизнесе. Пока-пока!